Аллоха, дорогие друзья, рад приветствовать вас в уголке любопытного геймера. Сегодня с вами Ичи, и это Грит Автоспорт. Продолжаем, собственно, тянуть игрушку. Как помните, в прошлой серии мы выбрали новый сезон. И, собственно, продолжаем. Вперед. Сейчас я уже выбрал квалификацию, потому что до того, как я сообразил, что когда я стартую запись, мне тут активно мешают засранцы-дикторы. Соответственно, я начал стартовать игру, а потом уже ставить на паузу, чтобы в тишине нормально с вами поприветствовать. Да, криво получилось. Вас поприветствовать. Вот так будет круче. Окей, поехали, друзья. Как вы помните, мы выбрали что-то вроде Наскара, поэтому сейчас будем нагибать. Ну или нас нагибать будет. Посмотрим. Holy shit. Машина тяжеляк, однако. Мы выбрали Razer. У них, потому что настройки минимальные есть на машину. Надеюсь, нам это как-то поможет. No! No! Так. Слушайте, ее заносит прям активно так заносит. Так. По тормозам, по тормозам, по тормозам, давай. Отлично. Я прохожу квалификацию. На всякий случай, я не хочу сдуться. Как в прошлый раз мы облажались и стартовали постоянно с убогих мест. Поэтому лучше сейчас квалификацию пройти. И нормально уже там показывать результаты. Мы все-таки играем на результат и на единичку в окончании сезона. Соответственно, я стараюсь от души. Вот, ну и плюс опять в рабочее время тут шпилю в игрушечке. Поэтому лайк должен быть обязательным с вашей стороны, друзья. Это единственное, что, чего я прошу. Ай-яй-яй-яй. Отлично. Поехали. Посмотрите налево, куча балбесов. Посмотрите направо, куча балбесов. Я шестой уже, вот это да. Вот поэтому я и прохожу эту квалификацию. Отлично. Ну попробую вырваться, конечно, на первое место. Посмотрим, что получится. Ну и с шестого места, в принципе, сможем уже стартануть. Единственное, что мы 2 очка не получим, мать вашу. Так, на этом отрезке я прошел первым. Не может не радовать. Уже я на 8-м месте, отлично. Это еще лучше радует. Точнее, еще больше радует. В кавычках, конечно же. Тихо-тихо, по тормозам. Во втором секторе ты уступаешь лидеру круга. Во втором секторе? Я не знаю, где тут второй, где первый. Трасса нифига не делится по секторам, поэтому... Извиняйте, друзья. Так. Ну, я стараюсь как могу. Газульку давить. Даже практически не отпускаю сейчас. Трассу уже подготовил, в принципе. В смысле подготовил? Ну, немножко изучил, скажем так. Ну и машинку изучил. Вот уже 3-е место. Поднялись немножечко. Интересно, буду я первым или нет? Поехали, поехали, поехали. Отлично. Давай, давай, давай. Жги, детка, жги. Это второй круг. Решающий момент. Но уже. Постарайся пробиться вперед. 9-й. 9-й, мать вашу. Видать, первый круг у нас был обосран по самые не хочу. Ну, окей. Будем стараться выжимать сейчас по максимуму. Так. В принципе, иду неплохо, но этого, видать, мало. Трассу, в принципе, уже подучил. Это что? Как минимум, если мы сейчас даже в квалификации обкакаемся, то, я думаю, в нормальном режиме уже с гонщиками все окей будет.
Отлично. По тормозам зашпилим. Третий. Так. Вот этот отрезок явно я, видите, проигрываю. Отступаю по времени от лидера. Не можешь не напрягать, конечно, но что ж поделаешь. Так, надеюсь, просто мы приедем там хотя бы на в первой тройке. Вот, и будет нормально все. Рик Скотт, опять ты тут, скотина. Ну, окей, ладно. Так. Отлично. Друзья, я записываю потоком видео, поэтому ваши ответы, там какие-то пожелания, еще что-то я еще не видел. Вот, и не читал, соответственно. Вторая позиция. Нормально, вырвались все-таки немножечко. Последние круги мы хорошо, это если бы первые не обосрались, то было все нормально. Рискот на первом месте. Одно очко ему засчитали, скотине этой. Что у нас? Андрей Дагаров. Дагарао, да? Забавное у него, что имя, что фамилия. Ну что ж, друзья, поехали. Попробуем себе в новом виде гонок. Ты на второй позиции, а у твоего напарника 15-я стартовая позиция. Я в курсе. Тебе надо победить соперника. Прощелкали быстренько. Да ёпана мать, кикстартеры, кикеры эти все вырвались вперед. У нас что, самая слабая машина, что ли? Что за нафиг, блин? Ну, посмотрите, что она делает-то. Где справедливость? Уж который год, жители народа, очень трезвый народ. Так, ладно. Это немножко не с той оперы. What the fuck is going on? Как это они так быстро поворачивают-то? Так, нет, обойдешься. Понятно. Все с вами понятно. Придется пропустить эту скотину. 4 круга, в принципе. 5-я позиция. Стартовали со второй. Ну да. Обойдешь. Иди в жопу. Не дам я даже жалкую 5-ю позицию вам. Никому. Так что сосите пулю. Вот. Так. Будем сейчас с Тайтова аккуратненько ехать. Думаю, нам это принесет свои дивиденды. Вот тут, например, сейчас прошмыгнем одного. Отлично. Сразу на дальнюю, чтобы эта скотина не объехала нас по внешней стороне. Так. Ну вот, началось. Эти сраные равенвесты, читеры, блин, они постоянно во всех режимах идут первыми. Это меня крайне напрягает, если честно. Так. И не сказать, чтобы мне прям хотелось к ним в команду. Не, в Рейзерах нравится. Просто я... Потому что ихняя команда постоянно вот такая вот, переапанная. Слишком уж часто они... И смотрите, вот я на первых... Да. Обойдешься. Еще три круга, а я их даже сделать не могу. Даже обогнать не могу. Даже догнать не могу, мать вашу. Ну да. Ну куда ты щемись? Пошел в жопу. Тоже мне. Напряг. Я сейчас, грубо говоря, вот эту тройку охраняю. Потому что благодаря мне не вырываются остальные гонщики. Блин, больше поворотов, больше маневров, больше тормозов, иначе я их не обгоню нифига. Это мой шанс тут сделать что-то адекватное. Давай, выходи на внешнюю, я тебя тут обгоню. Отлично. Нет, не дам.
Отлично. Иду на третьем. Блин, по-моему, пришла пора подкручивать машину самостоятельно, потому что она реально во многом уступает этим засранцам. Хотя режим один и тот же, и по идее у нас не должно быть огромной разницы. Это не режим «собери машину сам и на ней выиграй». Тут, по-моему, насколько я помню, балансирует машину, и только благодаря каким-то наворотам можно вытащить себе дополнительные лошадки. А-за-за, только вот догнать этих уродов не могу нихера. Нет, обойдешься. Блин, слишком сильно затормозил, слишком. Хотя, во всем есть свои плюсы. Зато в этот поворот аккуратно вошел. Слава богу, что штрафов еще не написали. Жесть, блин, вот как этих уродов догнать-то? Физически даже не могу догнать. То есть я, в принципе, иду идеально. Трасса нигде не портачу, все равно, видите. Сейчас вот это мой единственный шанс что-то сделать. Ну, харе пробуксовывать. Не трать энергию на всякую чушь. Давай, машина, дави, дави, машина, давай. Я в тебя верю, машина, ну. Давай, 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 детка. У нас одни из последних поворотов. Нам надо что-то сделать, надо догнать их. Притык, притык. Черт, я прям чувствую, что я ничего не сделать тут не могу. Так, давай, давай, давай. Так. Не отрываться, не отрываться от них. Давай, дави, машина. Блин, нет, это бесполезно, короче. Максимум, что мы тут выбьем, это третье место. Жесть. Да я понял уже. Как тут вырываться? Тут в основном первая позиция идет. И смотрите, как меня нагоняют все остальные. Это жесть. У меня такое ощущение, что тут машина... Блин. Что тут машина моя лично. Слабее, наверное, раза в полтора. Если не в два. Чем все остальные. Давай, 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 давай. Они напрямую прям меня вот реально как стоячего обходят. Единственный шанс у меня вот это в маневрах. Надо, наверное, немножко прижимную силу подкручивать. На говноуправляемых машинах мы, в принципе, умеем ездить. А вот когда физически догнать просто не можешь, благодаря слабенькой мощности, это не true совсем. Ни хрена себе равен этот кикеры врезались так ништяково. Давай, 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 тащи, детка, тащи, 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 тащи. Нет, 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 без заносов, без заносов. Это наш шанс выбить в лидеры. Выбиться в лидеры, да, детка, да, да, да. Следующий поворот, наша первая позиция. Первая позиция. Воу, воу, yes, yes, да. Все. Теперь я могу сказать с гордостью, сосите писю. Так. Все-таки мы рванули напоследок и вытащили свое первое место. Теперь идеально проходить трассу, чего мы, собственно, и делали на протяжении предыдущих трех кругов. Так что им уже тут по факту ничего не светит. Единственное, надо будет воевать и не давать обойти, не давать обойти. Отлично! Черт, это было напряженно, друзья мои. На 200 сотых практически. О, жесть, я аж вспотел. На 204 сотых мы обошли их. Практически единолично тащу команду. На 6 очков всего лишь опоздали. Равен Вест, соответственно, на 3-4 место. Видите, они в общем зачете в первых. Фу, черт. О, настройка автомобиля. Так, баланс тормозов, дифференциал. Закрытый дифференциал улучшает сцепление при движении по прямой, ухудшает прохождение поворотов.
При открытом сцеплении дорогой по прямой мощности на машине входит на повороты. Так, прижимная сила. Вот это должна, низкая прижимная сила увеличивает максимальную скорость, но уменьшает скорость прохождения поворотов. Воу-воу-воу, изи, братюнь. Ты чё? Вот это такая у нас настройка, что ли? То ли либо минус 100, либо плюс 100. Вы чё, обурели совсем, что ли? Эй, коэффициент, ладно, давайте еще посмотрим. Коэффициент, короткие передачи, передаточные числа улучшают разгон, но уменьшают максимальную скорость. И не, длинные передаточные числа. Нет, разгон, в принципе, нам очень важен, да, потому что мы в поворотах достаточно много тормозим. Подвеска. Мягкая подвеска улучшает вход в поворот, но при этом снижает устойчивость. Ухудшает вход в поворот, но повышает устойчивость. Мягкая подвеска улучшает вход. Нет, машина у нас и так слишком сильно заносится, поэтому если мы сделаем жесткие подвески, задние, передние, то их просто будет вынашивать, выкашивать. Знаете, как будто как хоккеисты бортуют, когда вот машина примерно так себя будет вести. Так, прижимная сила. Блин, что, минус 100 что ли фигануть? Выкрутить себе скорость. И... А вдруг сейчас вот трасса будет с кучей поворотов, блин. А давайте посмотрим, что за трасса у нас. Настройка автомобиля. Так, а что, улучшение автомобиля? Ну да, тут... Тут единственное, что мы можем сделать, да, улучшить автомобиль. Блин, а? Вот блин, а? Минус 100. Прижимная сила. Ладно, давайте оставим. Сдуемся, так сдуемся. Хрен с ним. Конечно, это не дело менять машину. Мать вашу за ногу. Друзья мои, это было отличным решением. Когда я решил выбрать максимум скорости. Максимум спеет. Типа того, да, потому что мне придется сейчас с самой жопы лезть. Это будет вообще атас. Рик Скотт на 13 месте. В принципе, нормально идем. И мощностей, думаю, хватает. Бортанули Рика. А, нет, Аарона Уэсли. Ну, братюн, сори, мэн. Мне нужен этот Рик Скотт. И он лично исключительно меня бесит. У нас с ним личная друг друга неприязнь. Как двум профессионалам, черт побери. Тихо-тихо, по тормозам, по тормозам. Боремся за позиции. Выбиваем себе место под пальмой. Оставили зазор небольшой, заметили, да, друзья? Я им воспользовался. Еще поднялись на несколько позиций. Еще один зазорчик. Так. Вот это я понимаю, друзья. Вот это я понимаю. Все-таки хорошим решением было поднять скорость себе. Мы сейчас начали хоть обгонять. Фига мой братюня по команде шумутит. Да-да-да, выноси его, блин, а? Черт. Не хватило тяги, но при этом я четвертый. Братюня мой пятый. И три урода спереди. Ну-ка. Момент истины. Нет. Все равно по чуть-чуть догоняет, но это не так адски. Эй-эй-эй-эй-эй! What the fuck вообще? Нахал, блин. Обойти нормально не мог, что ли? Друг называется. Козел. Блин, а? Давай едь, урод, блин. Всю малину обосрал, еще и напарник называется. У нас командная игра, придурочный. Пошел в жопу. Вот и хрен там, все будете у меня висеть в жопе. Сейчас догоню еще этих по шее дам. Немножко машину покорябли. Спасибо. Спасибо, братюнь. Да, машина значительно помощнее стала. Так. За счет аэродинамики.
То есть, вот, насколько я знаю, вот эти вот режимы, да, тут нельзя как-то выкручивать, докручивать машину, турбо насаживать там и тому подобные вещи. Тут единственное, что можно делать, это благодаря конструкции машины, там, дополнительным настройкам, пытаться выкрутить по максимуму возможности, да, скажем так. Ну, либо в каких-то гонках, соревнованиях, наоборот, ухудшать их, например, чтобы улучшить маневренность. То есть балансировать постоянно. Менять, поставить супер-мега-движок какой-то нельзя тут. Есть определенный вход. То есть энное количество лошадей, за которые перепрыгать нельзя. Ну, то есть изначально, да, на старте, на дефолтных настройках. А там, как ты уже дальше будешь делать, какой движок, как движок настраивать и подобные вещи, это уже... Томас Ламберт и Курт Виттенштейн, да? Немец, походу. По-моему. Воу, вот это была моя ошибка, как обычно. Вот чем я, собственно, не горжусь. Периодически теряю концентрацию. Поглядываю на всякие позиции там и подобную хрень. Насколько я знаю, вообще гонщики никогда не вот этой хренью не страдают. Они стараются не обращать внимания вообще ни на что, кроме как на гонку. Так. Ну, сейчас немного поменьше, попроще. Честно признаюсь, потому что машина реально тянет. Вот, они отстают хотя бы, блин, они не пристают наоборот. Так, это хороший поворот. Сейчас у нас прямые, наоборот, коронки, поэтому надо этим пользоваться. Так. Соответственно, разгон у нас тоже быстрее. Этим тоже надо пользоваться. Так, 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 так. Кикер, пободаться хочешь? Ну, я тебе не позволю. Отлично. Так, а почему у меня фары горят? Кто мне скажет? Я, не дай бог, я там на тормозах еду. Да нет, вроде все нормально. Так. Кстати, вот эти, когда, знаете, точнее, видели, да, вот эта тема. Тихо-тихо-тихо, я сейчас довыпендриваюсь этой темой. Обгонит какая-нибудь сволочь. Обойдешься. Воу-воу-воу, изи, братюня, изи. Все равно не дам первое место, а пошел вон. Успокойтесь. Довольствуйтесь тем, чем, что у вас есть уже. Я нынче злой до позиций топовых мест. Так. Отлично, вроде нормально все идет. Напряженная гонка реально. И вот смотрите сейчас на мини-карту. Я вот на это дело смотреть не буду, но вы можете. Практически не отступают, да, от нас не отстают, но и при этом не могут догнать. Это меня радует реально. Вот это была изи каточка. Моя ошибка. Еще немножко, и я бы вылетел бы в трубу. Так, надо встречать на внешний где-то. Нет, мы хорошо поворот прошли. Даже отстали от них. Не тормози, братюня, не тормози. Вперед, гоу-гоу-гоу. 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 Давай-давай-давай-давай. Покажем класс, как нужно ездить. Ты посмотри, что они делают, а? Догоняют меня. Так. Ну, сейчас уже им ничего реально тут не светит. Потому что я сделаю вот так. Какое нахрен первое место? Второе место! What the fuck is going on? Охренеть! Блин, а? Это же надо так подло! Стефан Бруно, урод! Просто урод! У меня еще один враг попался. Блин, и самое обидное, что если бы я и дернулся бы быстрее, да, резче, то я бы потерял больше скорости, и меня на другой стороне могли бы обогнать.
такая вот палка на двух сторонах. На двух сторонах, точнее. Ну, мы пока первые, в принципе, ничего шибко страшного не произошло. Сейчас мы на первом месте в командном зачете. Именно это место нам и нужно. Понятно, спасибо. Так, окей, друзья. Это новая гонка. Соответственно, новая машина. Мерседес у нас. Надеюсь, эта машина будет получше. Сразу настройки автомобиля сразу посмотрим. Давайте сперва в стандартниках поедем, а потом посмотрим. Ну что ж, друзья, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Ичи. Всем пока.